пенальти, но Володя не падает, он бежит, и ему вся команда уже говорит, я бываю у них на тренировках, бываю у них там в раздевалке, все ему говорят, Володя, падай, пожалуйста, Володя, падай. Он бежит просто как электричка, оставляя за собой 3-4 игроков. Ну ты красава же, что падать симулировать? Надо бороться, надо быть мужиком и бороться, как Володя делает. И Дубников! Шанс! Дубников! Гол! 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 Дубников забивает гол! Гол! 92-я! Потрясающая подача! 112-я! Потрясающая подача! Потрясающая! И Дубников головой! Вся Эльфа-корона радуется! Конечно! 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 Я верю! Я же тебе сказал, что у нас Мотя еще забьет! И несмотря на то, что Володя не забил, Дубников великолепно! Володя помог заработать угловой, а потом еще и подал этот самый угловой! Володя красавчик! Володя XXL обещал забить гол, но выполнил голевую передачу на 112-й минуте матча. Ничего себе! За 3,5 минутки до конца на спорте забивает гол. И всего лишь 3 минуты. Там не только Рома, там игроки Амкала после своей игры приехали поддержать Ромаро и всю ЛФК Рома, ну вернее приезжать на спорте. А это эмоции Кирюхи Мойтона и футболистов Star Mix, которые просто в шоке. Как же они смогли оставить, как же они оставили Дубникова одного. Ну и такой вот удар. Ну, честно говоря, мне кажется, в какой-то степени это вратарский еще. Слушай, гол. Я смотрел предыдущие трансляции, кто-то говорил про Дубникова, что это король по незабитым моментам. А, и действительно, у Дубникова было очень много, но при этом, когда нужно, Дуб сделал свое дело и забил. Как ты считаешь насчет игры Артема Кравченко? А это чех? Да. А, слушай, мне кажется, что просто защитники не разобрались, почему-то игрок остался абсолютно...